Экологическая акция – отличный способ хорошо провести день в компании единомышленников. Именно этот посыл взяли на вооружение робототехники города. Инициатива продолжить насыщать набережную новыми зелеными красотами принадлежала Екатерине Таберко. Так на воду были спущены розовые лилии, которые со временем создадут на водной глади Муховца настоящую сказку. Все робототехники пришли с семьями, с детками, поэтому сегодня мы сажаем тюльпановые деревья. Также сажаем различные сорта лилий, очень красивые, бело-розовые, розовые, принцесса Бургундии сорт. И сделали небольшое такое шоу мыльных пузырей для детей, чтобы они поняли, что озеленение и экологическая акция – это хорошее дело. Для робототехников города это не первая такая акция. В свое время они уже высаживали на набережной тюльпановые деревья. В этот раз аллея пополнилась новыми экземплярами. Несмотря на достаточно жаркую погоду, все участники акции трудились с удовольствием. Это не первая акция подобная. В прошлом году мы здесь высадили 30 тюльпановых деревьев, аллею робототехники. Это совместная акция нашей компании, нашего университета технического и компании «Савушкин продукт» и компании «Книжный шкаф». Вот четыре такие компании объединились, и для того, чтобы сделать наш город еще красивее, наш прекрасный город, посадили вот такую аллею. Через 10 лет эти деревья будут очень большие, будут очень красиво цвести, и все будет замечательно. В качестве красивого финала экологической акции участников ожидало шоу мыльных пузырей. Насколько красивым было это действо? Переливаясь на солнце, маленькие шарики создавали эффект чуда. К условному запуску в воздух подключились и взрослые, и дети, для которых этот день стал хорошей эмоциональной зарядкой.